Соревнования по дрэк-рейсингу «Открытый кубок Донбасса» организовала Ассоциация автоклубов Донецкой области при информационной поддержке общественной организации «Автоспорт Мариуполь». В нашем городе они проходят уже второй год подряд. 35 автомобилей боролись за победу в трех классах в зависимости от объема двигателя. Если в прошлый раз у нас была Донецкая область и Мариуполь по большей части, то сегодня у нас уже несколько машин на данный момент есть из России. Естественно, Донецк, Бердянск, естественно, Мариуполь. Ожидаем машины из Запорожья. Я пока еще просто не ходил по парку участников, не видел. И слышал, что едут сильные машины из Луганска. Это то, что как бы я знаю, что точно есть. Многочисленные зрители перед началом основных заездов стали свидетелями интересных показательных номеров. Открыли программу заезды на скутерах ребят из клуба «Донбасс Скутер Клан», которые продемонстрировали элементы фигурного вождения. Им на смену пришли мастера паркура. На раскаленном полотне бетонного трека их акробатические трюки смотрелись особенно эффектно. Бурю восторга всех присутствующих вызвало выступление Павла Кучеренко из Донецка. Сначала он показал образцы езды на мотоцикле, а затем покорил зрителей выступлением на квадроцикле Suzuki с объемом двигателя 450 кубических сантиметров. На этой машине, напоминающей карт, Павел выступает 4 года и уже стал чемпионом Украины. Выезжаю на мероприятия типа автошоу для того, чтобы поднять и более популяризировать этот спорт. Мне он нравится, я собираюсь в нем в дальнейшем ездить, привлечь молодежь. В планах у меня в следующем году выехать на чемпионат России. В Европу я не выезжал, мои коллеги выезжали в Европу, но это очень тяжело по деньгам. В Украине нас 9 человек сейчас, которые серьезно заняты именно мотокроссом. А основные старты открыл заезд донецкого экипажа на Ford Fiesta и гонщика из Бердянска Евгения Герасименко на ВАЗ-2108. Победу одержал бердянский экипаж. Трасса отличная, второй раз уже катаемся, стараемся, чтобы было все хорошо, великолепно. Думаем взять первое место, как бы. В прошлый раз взяли первое место у вас. Так что все хорошо, организация великолепна, единственное, что долговато. Затянули время, хотелось бы, жарко, моторы греются. У нас машина серьезно подготовлена. Год потрачено на подготовку машины, грубо говоря. Евгений Герасименко подтвердил свой прогноз и победил в первом классе, где соревновались автомобили с объемом двигателя до 2 литров. Во втором классе объем двигателя от 2 до 3,5 литров не было равных Александру Демченко из Снежного на ВАЗ-2199. В третьем классе, где могли участвовать машины с двигателем любого объема, запорожец Валерий Овчаренко на восьмерке опередил всех соперников. Вторым здесь закончил соревнование экипаж из Тулы на легендарной «Копейке» ВАЗ-2101. В соревнованиях грузовиков Кубок Донбасса завоевал мариупольский экипаж на «Рено Магнум». Александр Капустян, Григорий Фурс. Программа «События дня».